Уважаемые пассажиры, стоимость проезда сегодняшнего дня 20 рублей. Эта новость для кого-то стала большой неожиданностью. К уже приготовленным 18 рублям пассажиры добавляют из кошельков еще по 2 рубля. А повышение стоимости проезда стало известно еще в июне. Об этом говорили в новостях и писали в газетах. Потому некоторые к подорожанию уже были готовы морально. Как вы вот к этой новости относитесь? Ну, нормально. Нормально. Писали же в газете, предупреждали. Читала я, но не думала, что с сегодняшнего дня. Нет, не знала. Вот первый день сегодня я обычно на машине ездила, а тут пришлось на трамвае. Ну, думала, 18, даю 20 рублей, жду сдачи, нету. И все. Ну, а как вам вообще эта новость? Ну, как уж. Пенсионерам очень накладно получается, это тяжело все равно. Зарплаты не повышают. Последний раз цена проезда в трамваях дорожала 1,5 года назад. Тогда стоимость составляла 15 рублей, затем 18, и вот сейчас 20. В горэлектротранспорте очередное повышение объясняют производственной необходимостью. Выросли тарифы на энергоносители, необходим капитальный ремонт путей и приобретение нового подвижного состава. Хотя проехать в трамвае за 18 рублей можно и сейчас. Электронный кошелек стоит на 2 рубля дешевле. То есть, если вы пополняете свою карточку, рассчитываетесь ею в трамвае, будет стоить ваш проезд 18 рублей. А за наличный расчет 20 рублей. По проездному билету 850 рублей за месяц вы оплачиваете. Не за горами повышение цены проезда и в автобусах. Сейчас его стоимость составляет 20 рублей. Насколько именно произойдет подорожание и когда, пока точно неизвестно. Айгуль Яблонская, Евгений Лзаев, новости НТР.